Здравствуйте, видеообзор на Acer. Вот у нас жесткий диск. Общее состояние хорошее. Общее время работы у нас 202 дня. Так, потом AIDA. Посмотрим то, что системная память 4 гигабайта, DDR4. Видео ядро 1 гиг, процессор у нас Intel Pentium 3700 с частотой 2,4 Гц. Также у нас общий размер вот 0,5 терабайта. Электропитание у нас, степень износа батареи 13%. Само напряжение и емкость. Максимальная емкость здесь есть. Так, это все понятно. USB порты первый проверили. Второй проверили. Проверили. Из недостатков могу выделить вот это отсутствие одной клавиши. Также как открывается и закрывается. Сложно, конечно, одной рукой открывать его. Светов по экрану у нас нету. Также вот внешнее состояние нижней панели, шильдик. Ноутбук в внешнем плане прекрасно себя показывает.